Привет! В этом видео я покажу тебе, где найти все мировые задания, которые добавили с обновлением 2.2. Первое задание – исключительный писатель, выдается во время разговора с Катериной в Инадзуме. Это задание запустит цепочку ежедневных заданий с общей продолжительностью 4 дня. Вторым заданием в этой цепочке является квест Октао Маосира. Начать его можно, поговорить с Сумидой в Инадзуме. Третьим заданием выступает море туман и ябряд деревьев. Начать его можно, поговорив с Камой на пристани острова Рита. Последним заданием этой цепочки является Колесо Солнца и Гаракана. Задание начинается при перемещении на остров Цуруми. После выполнения задания Октао Маосира на северном побережье острова Цуруми около статуи Архонта появится задание «Приключения забывчивого короля». Последним новым заданием является квест «Чистый дом». Взять его можно с Анганамии у Сидзуру. Подпишись и не забудь заглянуть на Матвич канал «Покормить рыбкой». Ламповые стримы после 3 часов по Москве.